сегодня праздники. Только на метро можно в Москве видеть. Но мне это нравится. Открывая платформа, отойдите. Повышенная опасность, вся фигня, вы помните. Мое любимое московское метро. Вот оно, точно, тема про него. Быстро, удобно, надежно, всегда тепло. Для нас бесплатно, для вас совсем недорого. И я тебе не завидую, если ты никогда не видел этой подземной красоты. Так, ну я тут вернулся в ангар, а у меня тут гора подарков. Гора подарков от ребят, от девчат, от Мастака, вот, пожалуйста. Спасибо, спасибо большое. О, Мэнслу, кстати, да, я знаю, что они подарили подарок, но я не успел. Ой, как красиво все. Ой, 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 какая косметичка. Ой, какое шампанское. Так, ты идешь сюда. Никита, с наступающим Новым годом. Желаем наше, ценим наше сотрудничество. Спасибо, спасибо, ребята. Короче, всем большое спасибо. Очень приятно, очень приятно. Очень я уставший. Но подарки получать это всегда... на это всегда силы найдутся. В общем, и дарить подарки, и получать это очень приятно. Это баланс. С наступающим всех.